ребятушки, давно вам хотела снять. Вот эти штуки, которые, как бы, это первые, видите, считаются, вот это шпалы здесь. Вы посмотрите, опять наш стиль. Видите, наши загородки. Вы посмотрите, какая штука, да, огромнейшая, да. Вы посмотрите. Видите, чем кончается. Вы посмотрите, какая огромнейшая, да, вообще. Чем кончается это. У меня тут кофе стоит. До этого вообще никого не было, ребятушки. Сейчас уже все ходят, блин. И мое кофе... Посмотрите, мое кофе стоит тут. Короче, смотрите сюда. Сейчас, подождите, я, блин, у меня еще пауэрбэнк, блин. Смотрите. Короче, пауэрбэнк кафе. Смотрите. Посмотрите, какая штука, да? Посмотрите, какая огромная штука. Посмотрите, кстати. Видите? Просто, да? Вот это да. Вот это мощь. Такого я еще нигде не видела вообще. Ну ладно, все. Я пошла в поезд. Ребятушки, к сожалению, поездочек-то у нас ужасненький. Вот, и смотрите, то, что я сначала проезжала, да, когда садилась там, это, представляете, это первый вагон, и он уже выходит из арки. Во-первых, я хочу вам показать, арка какая, да, она огромнейшая, вот этот купол. Но посмотрите, как все заклепочки, все. Мы можем сейчас их всех рассмотреть. Слушайте, здесь такая жара в этом вагоне, это вообще здесь нету ничего, никакого воздуха просто. Но я специально сюда пришла, потому что я хотела спокойненько одна сидеть. Вы смотрите, вот интересно, да, зачем было бы, да, например, вот ставить такого вот льва с нашими вот этими, посмотрите, да, посмотрите, закрученностями нашими. Видите, с нашей закрученностью, да. Вот, уши-то какие у него, поглядите, да. Наши полосы, ребятушки, это я все соединю лучше, но и лучше я сейчас еще, посмотрите, какие окна, да, странные решетки. С восьмерками лучше я это все-таки при стоячем поезде сниму. Вот, и вот эти заклепки я хотела снять, они вот по всей крыше так и будут идти. Вот, ну и естественно наш памятник, вот наши эти иголочки, ну пусть они для птиц, ради бога, я. Но все-таки я их сниму. И посмотрите, там внизу у него под телом тоже какая, да? Смотрите, как запятая такая, да? Вот опять же, по троллю Пиранези. Еще Пиранези рассматривали, когда вот здесь вообще. Тут все Пиранези мира отдыхают по сравнению с этим, вот с этими творениями. Вот там и здание в нашем стиле сзади, да? Посмотрите. Эти трубы какие, посмотрите. Это что вообще, да, посмотрите, на самом верху, да, посмотрите, сколько труб выходит. Вот. В общем, ребятушки, это начало. Я это уже соединю, я уже с палочкой сижу. Сейчас я попью капучино, потому что сейчас мне нужно будет очень внимательно снимать. Мне нужно очень хорошее место выбрать. Видите, здесь это вот терраса, ты посмотрите, да, какая, для чего вообще, для кого и для чего. Un po' sbagliato alle 5 e torna da Roma, in teoria, perché noi andiamo alle 3, alla lettura alle 4, che alle 5 è torna da Roma, non alle 5 che parte da Roma. Ho visto prima una da Roma, allora non va bene. Cazzo, ricordo. Ну, в общем, вы поняли, да, это вот у нас идет вот туда. Вы представляете, что это первый вагон, вагонов, наверное, где-то, ну, 8 точно. Я в самой голове, да. Понимаете, в самой голове. И он уже, вот видите, уже выходит. И я очень рада, что я смогла снять две. Они обе эти фигуры и с этой стороны, и с этой. Посмотрите просто для ради. Вот какой. Посмотрите, какой. Посмотрите, какие. Вот это еще маленькие эти арки. Нет, это вот 4 больших арки, да. А посмотрите, там на арке тоже, кстати, да, на... какая-то лестница, да, кстати. Поглядите. И посмотрите, да, видите, какой огромный вокзал. И сейчас я вам буду очень интересную вещь показывать. А посмотрите здесь, да, тоже. Поглядите. Просто кончается путь, да. Ой, ребятушки. Тут надо выйти. И не из окна снимать. Знаете. Сейчас я вам покажу. Внимание, что я вам буду, на что смотреть. Сейчас я когда, вот лучше бы здесь, конечно. Честно говоря, но лучше это видно все равно на этом пути.
Я сейчас вам буду показывать, посмотрите, да, там тоже вот, что это, да? Штука такая с часами, да? Тоже не в нашем стиле. Я сейчас вам буду показывать многослойные, вот как эти вот перроны. Видите, с этой стороны, а с этой стороны сейчас тоже много их пойдет, то, что мы сейчас будем переходить. Вот эти перроны, они будут идти как наши линии. Прям будет видно, и они вот будут как параллельно, даже чуть-чуть закругляться. Вот. Такую делать, такую небольшую такую волну. Но ее можно будет увидеть сверху. И вот эти туннельчики узкие, понимаете, вовнутрь. Вот, вот на что обращать внимание. Так, ну ладно, ребятушки. Надеюсь, у меня хорошо запись получится. Все, я сейчас пока прерываюсь. Прерываюсь, чтобы попить мою капучино.